Вот транзакция завершена. Я, короче, купил дефолтный набор поддержки падения ряда. Туда, кстати, входит как раз в ключ. То есть ключ активирован. Вот. Сейчас можно скачивать клиент, играть. Короче, сегодня 8 число. То есть, по сути, этой ночью стартовал падение ариата. Ну, что-то я смотрел, оно там глючило сильно. Вот, потому сейчас. Сейчас буду играть, тестить. Наконец-то вот вышла бета ариата, она уже у меня. Вот такое новое окно выбора By the персонажа. divine authority of the Templar, Ну, you are hereby exiled да. to the forsaken shores of Это будет Rakdos. дикарь-тотемщик. Do you think you are savage Книга enough to только face the одна, land of the стандарт. damned, Marauder? We offered you truth, yet Вить. still you clasped your superstitious lies. А, тут хардкор есть. We offered you service, yet you wasted your strength in defiance. Не, в пизду, поиграю просто на Rakdos стандарте пока. offers you something else. An education in true savagery. Вот так вот теперь новая заставочка будет. Графика, мне кажется, изменилась. Но и вот я не уверен точно. Но вроде изменилась. Да, все по-английски будет. Ну а хрен ли, пое саму не сразу перевели, а бету тем более. Кстати, графика другая, сразу видно. Видите, английский сервер вроде по-английски пишут. Нет, вода реально другая. Инструкция тут. А раньше вот тут можно было пробежать. Карта другая. Ну, сразу, конечно, в глаза бросается интерфейс. Интересно, а дерево умений такое же? Да, буду тотемщиком играть. Да, дерево умений такое же. Но вода вообще круто сделана, мне кажется. Вообще красиво, такие брызги, да, жесткие крови. Да, мини-карта по-другому отображается. Вода красивее, интерфейс другой. Сейчас надо смотреть, что будет дальше. Инструкции тут высвечиваются всякие. Ну, это, наверное, потому что я первый раз играю. Тут доступен пока только стандарт. Ну, стандарт и стандарт хардкор получается, да, то есть. Тут вот эта лига текущая недоступна. Блять, пидорас, нахуй. Надо было кого-то другого, наверное, пикать. Я не знал, что дикарь такой косой. Офигеть. Короче, я вот так вот сделаю, все, я не буду париться. Вот тоже вот обои вот тут другие на загрузочном экране. Звуки другие вот тут в локации. Огонь, мне кажется, вот тут красивее стал. Черт, инструкции хреново. Ну тут у меня, конечно, ничего нет. Класс, вообще на самом деле я рад, что получил доступ к бете. В смысле? У меня ж... Постой, у меня есть микротранзакции? Где это вообще? Можно где-то посмотреть, интересно. Так. Лут-фильтр. Все включено. Какой-то Neversync хз. В
смысле, тут же вроде микротранзакции должны отображаться. Вот я у челика вижу. Или у него не микротранзакции, мне кажется. Ща я в чате, в общем, спрошу. Where is micro transactions? Так. Мне не нравится дикарь поначалу, у него хреновые скиллы. Вот эти Molten Strike, реально хреновые скиллы поначалу. Походу микротранзакции сейчас недоступны еще. Ну ладно. Что, я так понял, ввели новые акты вот тут. То есть сейчас буду рашить до новых актов. Короче, я пока не на хардкоре, я просто на стандарте поиграю. Так сказать, ассимилируюсь с обстановкой. Ну что ж, вот как-то так, первый взгляд. Значки изменились. Внешний вид изменился, но это пока что. Графика стала как-то сочнее, лучше. Четкий огонь, да? Вообще реально огонь, мне кажется, по-другому выглядит. И анимация вот разрубания трупов тоже другая, как мне кажется. Мне кажется, или изменили? Да, изменили дерево. Раньше вот тут не было плюсу к броне. Да, изменили. Самое интересное будет, когда остальные акты ведут. Блядь, что-то сильно пробивают. Ебать. Ебать. Что-то вот эти камни вообще бьют по тебе. Мана флеск. По-моему, локацию еще. Строение локации тоже изменили, да? Раньше тут локация по-другому не шла. Почему я не могу перчатки взять? Кстати, анимацию некоторых скиллов я слышал тоже вот в бете изменят, может уже тут изменена, я не знаю. Черт, я пару в русскую версию играл, я всех английских названий не знаю, к сожалению. Да ладно. Вижу портал. Прогружается, что ли, побыстрее. Блять, по-русски написал чат, сука. Ладно. Еще очень важный момент я забыл сказать. Теперь цель квеста видна раньше, то есть ты можешь даже близко не подходить к ней, да, из большого расстояния видеть. Тоже это будет, наверное, помогать как-то быстрее проходить. Ладно, как-то так, первый взгляд. Вот тоже мини-карта в левом правом углу тоже изменилась.